Гречка с говядиной в мультиварке по данному рецепту готовится очень легко. Не стоит недооценивать это не только вкусное, но и полезное блюдо, идеально подходящее для будничного обеда или ужина. Как приготовить гречку с говядиной в мультиварке? Очень легко. Чтобы блюдо получилось очень вкусным, нам не потребуется затрачивать много сил и времени, мультиварка за вас сделает все сама, вам не нужно будет делать практически ничего, нужно лишь знать рецепт гречки с говядиной в мультиварке, чтобы не ошибиться при выборе режима. А так, все очень просто. Ну, рецепт вы найдете ниже, а мне остается пожелать приятного приготовления и приятного аппетита. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Мультиварку настраиваем на режим выпечка, в чашу наливаем немного масла и закидываем кусочки говядины, обжариваем ее в течение 20 минут, затем добавляем мелко нарезанный лук и морковь, готовим еще около 10 минут, постоянно перемешивая, затем к мясу добавляем чашу промытой гречки. Заливаем все водой, солим, перчим, добавляем лавровый лист, выстраиваем режим гречка, накрываем крышкой и забываем про наше блюдо до сигнала. После того, как сигнал прозвучит, наше блюдо готово. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Продукты и их количество, далее. Гречка 1 стакан, вода 2 стакана, говядина 250 грамм, лук 1 штука, морковь 1 штука, соль, перец, лавровый лист, по вкусу, количество порций 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем пока!